Как жарко сегодня, 33 градуса, солнышко печет вообще. Привет, мои хорошие, хочу показать, у меня спеет помидорка, моя комнатная, которая самая первая начинала зацветать. И вот она, сейчас как показать, чтобы солнышко не отсвечивало. Вот. Видите? Так. Вот с этой стороны вроде как получше видно. И вот еще. Вот. Оранжевая такая. Ой. Ну, печет невыносимо. Видите? Не знаю, какая на вкус. Почему-то здесь вот она так стоять, не падать. А вот эти вот завязи, другие веточки, почему-то дальше не спеет пока. Сейчас попробуем на вкус ее. Красивая. Я-то думала, в горшочке будет дома. Но, блин, руки грязные. Как всегда у меня. Пойдешь, что-нибудь зацепишь. То за землю, то еще за что-то. За травку какую-нибудь выдернешь. Ничего, сладенькая. Вкусная. Но своя домашняя, конечно, будет вкусная. Еще вот зелененькие есть. Ой. Вот еще тут есть. Созревают. Ну, в общем, это... Ой, и на втором еще кустики есть. Начинает поспевать. Посмотрите-ка. Видно? И вот она как-то все вот так вот в помидорках. Пусть они небольшие, но ничего, вкусные. Жалко, что только дома, видимо, света не хватает им. И они это... Пуховый, уйди. И они дома не растут. Цвести начинают, и цвет опадает. Нужно им свету больше, солнца. А где его взять зимой, да? Я вроде бы и лампу включала, и все, но нет, не тут-то было. Ну вот и все, что чем я хотела вам сегодня похвастаться. Я съела помидорочку, так еще хочется. Но можно уже скоро будет. Я хочу оставить одну на семена, хотя у меня семена есть. Ну, именно вот, не знаю, которые выращены уже. Посмотреть, что будет. Цветет моя петунья, и вот я смотрю, да, знаете, как бы это, были разные сорта на картинке нарисованы, а они почти все одинаковые, но вот одна единственная потемнее и поменьше размером, вот эти вот крупнее они, вот эти вот крупные, вот. А так все одинаковые, вот два горшка, третий еще есть, но не знаю, там будет как, все одинаковые. Вот тебе и купи, бывает. Вроде там, ну, сборник был разных. Вот мне Росочка нравится в этом году. Она у меня все, знаете, мучилась. Сколько лет я ее с места на место пересаживала. Перепихивала, как говорится. Не давала ей покоя. Но вот здесь ей, видимо, удобно, уютно. Она себя, смотрю, чувствует великолепно. И больше стала давать цветов. А то вообще никак вот там... За колодцем у меня росла, никак она у меня. Вот, видимо, плохо там, плохое место. Ну вот, сейчас здесь уютненько, пусть тут и будет. Хочу еще показать, ежевика зацвела. Вот, бутончиков много еще у нее. В общем... Посмотрим, какая она в этом году будет. Прошлый год была что-то мелковатая. Ой, пчелки кушают, сидят тут. Мед собирают. Ага. Ну и вот тут, видите, петунья у меня в другом месте. Вот где-то цвела уже. В принципе, видите, весь один цвет, одно и то же.
где посветлее, где чуть потемнее, которые свежие распускаются. В принципе, все одно и то же, одного цвета. Ну так, ничего, симпатично. Хотя там на рисунке и красные, и фиолетовые, и белые были. Но я не вижу ни белого, ни одного. Ничего. А вот эти последние высадила, они еще даже и не распускаются. Ну вот, вроде что-то тут собирается. Я их высаживала здесь уже прямо, ну, пучками такими оставшиеся. Здесь вот по одному делала как бы это. А здесь просто кучками оставшиеся. Вот тут, правда, в середине совсем другой сорт. И вот все пересадить надо землю другую, а я никак это в другую землю. И здесь надо удобрением полить, а то они какие-то бледненькие.